Никто этого, конечно, не ждал. Но знаете, что хочу сказать? Паники у народа нет совсем. Никакой паники нет, есть только праведный людской гнев. Я хочу сказать, что мы в любом случае станем сильнее, мы уже стали сильнее. Мы победим. Ну давай, вот к тому. Резать приходится практически все вручную. Газорезом и бензорезом. Ну то есть ручным инструментом. Никакая тяжелая техника на месте работать не может.